Всем привет, мои дорогие! Рада вас видеть на своем канале Нафиса Уфа. Сегодня покупки фикс прайс июля 2019 года. Покупки были совершены по адресу город Уфа, улица Проспект Октября 68/2. Остановка Юношеская библиотека. Любители фикс прайс приглашаю, оставайтесь со мной до конца обзора и всем приятного просмотра. Покупки, как всегда, начинаю от 199 рублей. И это сегодня будет одежда. Одежда у меня женский сарафан, размер 42-46, состав 96% полиэстер, 4% эластан. Но вы уже здесь по словам видите, да, что это Китай. Вот такой вот сарафан, здесь резинка, не широкие лямочки. Этот сарафан я купила для своей дочери Алии, посмотрела я, и хочу сказать, они мало мерят. Они действительно мало мерят. Чуть-чуть вот я вот здесь и зашью лямочку, потому что вот лямочка ей как бы по длине длинная, а сам сарафан вот чуть-чуть ниже колен получается. Чуть-чуть ниже колен. Вот здесь вот так вот просто обработано. Вот такие вот цветы. Конечно же, в ассортименте есть разные цвета с разными рисунками. Вот так вот просвечивает. Ну, на ощупь приятненькая. Приятненькая такая в жару. Резинка. Если не забудем, мы их в конце обязательно включим в обзор, как будет выглядеть на моей дочери Алии этот сарафан. В общем, женский сарафан, как бы получается, почти детский. Следующие покупки будут у меня 99 рублей. Эти покупки понравятся не всем. Все знают, что я коллекционирую блокноты. Если появляются новинки, я мимо них не прохожу. Но я чуть-чуть исправляюсь, я приобретаю не все, потому что обложки могут быть разные, а внутри одинаковые. Я теперь приобретаю только по одному экземпляру. Выбираю по обложке и смотрю уже внимательно внутри. Давайте посмотрим. Вот такие вот блокноты. Они стоят, повторяюсь, 99 рублей. Я выбрала 4 вида. Это, посмотрите, дорама, бук или дорома, как я не знаю. Если вы наберете на YouTube, появляются разные клипы на эту тематику, фильмы, сериалы, корейские, да, и любые. Вот так вот выглядит 2019 год. Давайте здесь посмотрим. 128 страниц. И давайте я вам покажу, какие здесь страницы. Здесь также можно все прочитать. Хочешь, чтобы тебя запомнили? Побеждай. Люби. Люди помнят только победы. Я вот через... С левой стороны читаю, и поэтому толком не вижу, что там написано. Вот такие вот здесь страницы. Блокнот, конечно, суперский. Смотрите, какие страницы. На YouTube рекомендую набрать эту тему. Я сама увлекаюсь, смотрю. Конечно, это все такое для молодежи. Все. Ну, я вам покажу, знаете, вот самые такие. Страницы. А такие буду перелистывать. Можно.
можно нажать на паузу и все прочитать. Посмотрите, это блокнот, такие страницы здесь. Сейчас я вам покажу еще одну классную страницу. Вот она. Тоже такая вот страница, посмотрите. Здорово. Ну, как пройти мимо такого блокнота? Он действительно классный. Посмотрите, какая красота. Прям как книжка. И здесь разговорник дорамщика. Или дорамщика. Вот такой блокнот. Классный. Я рада, что приобрела. Следующий блокнот будет у меня. Блокнот для записи с комиксами и енотом внутри. Ну, не такой яркий. Здесь вот такая вот обложка. Здесь вот такие вот листы. И есть вот такие вот слова. «Не вздумай прощаться со мной». Продолжение преследует. Вот такие вот здесь страницы. Овца, это тебе с Новым годом. Я живу в мире со своими тараканами. Вот такие вот страницы, ну, интересные. Интересные блокноты, нравятся. Коллекцию «Поднимите мне веки». Перед началом каждого нового дня помни, что именно сегодня ты можешь встретить енота. Вот такой вот классный, веселый блокнот. Следующий блокнот. «Ты все еще спишь? Тогда я иду делать кусь». Они были разные. Я уж выбирала, смотрела по своим деньгам. Ну и, как сказала, стараюсь уже выбирать по обложке по одному экземпляру. Посмотрите, какие глазки, какая собачка. И внутри вот такие вот страницы. И на некоторых уголках есть рисунки с собачками. Некоторые пустые, собачки разные. Что нравится мне, что они вот именно вот разные. Вот. Вот так вот. И есть без линейки страницы. Листы качественные, хорошие, плотные. Вот такие вот блокнотики, вот они, интересные. Вот. Обложка, конечно, супер. И следующий, четвертый блокнот. «Выпусти мечту». Такой блестящий. Давайте вот так посмотрим быстренько. Посмотрите, какой блокнот. Кто любит цветы, бабочки. Красота. Смотрите. Ну, девочки, вот, даже не знаю, может, мальчики смотрят. Ну, как пройти мимо таких блокнотов? Ну, я не знаю. Я бы не смогла. И не смогла. У меня привычка, как я захожу, сразу бегу к блокнотам. Ну, нравятся мне они, я их очень люблю. Все, следующие покупки у меня будут по 55 рублей. Тоже быстренько так пройдусь. Приобрела свои любимые вешалки по 55 рублей. Очень мне нравятся они, антискользящие. Действительно, как заявлено, так и работают. Я часто их покупаю. Следующие тоже по 55 рублей, частин 8 в одном, частин 3 в одном. Много о них говорить не буду, они действительно работают вот, качественно, чудесно. Очень нравятся эти средства. Следующее средство тоже очень бюджетное, 55 рублей, гель для стирки, тоже нравится, и аромат остается, и ощущает хорошо. Для темных вещей самый раз. Нравится, поэтому необходимые покупки тоже приобрела.
Следующие тоже 55 рублей. Набор тряпок. Наверное, самые любимые мои тряпки. Но все-таки замечаю, они начали их портить почему-то. Чуть-чуть, совсем немножко другие, что были в начале. Да, вот, девочки, вот так вот. Следующие покупки тоже очень нужные. Вот такие вот 55 рублей. Говорить о них много не буду. Также необходимая покупка – это перчатки хозяйственные и при уборке. Но я больше пользуюсь, когда крашу волосы. А так, при уборке я пользуюсь более такими крепкими перчатками. Следующие тоже необходимые покупочки – это Zuvey женские носки. Хочу порекомендовать вам их. Они действительно намного крепче, чем я вот покупаю в китайских магазинах. Они не быстро рвутся. Бывает, что покупаешь, одеваешь, и хватает вот на, буквально на 1-2 раза. А эти действительно можно носить долгое время. Черные и вот такие вот бежевые, они вот немножко различаются. Этот более такой бежевый, этот более такой телесного цвета. Тоже классные, качественные. 3 пары 55 рублей. За такое качество не жалко. Следующие покупки у меня продуктовые. Быстренько тоже пройдусь. Это у меня вафельные трубочки с начинкой, с ароматом клубники со сливками. Я знаю, что это не полезно, но дети у меня, особенно когда я на работе, пьют чай, поэтому и трубочки они очень любят. И следующие тоже трубочки с начинкой шоколадно-кофейным ароматом. Такие вот трубочки. Следующие покупки будут 50 рублей. Наконец-то я их нашла. Это черные чипсы. Весь ВКонтакте Фикс Прайс гремит этими чипсами. Со вкусом тайского перца. Здесь объем 100 грамм. Они стоят 50 рублей. Давайте я вам покажу состав. Конечно, он, наверное, не самый-самый лучший. Но нам охота было вот попробовать. Я, наверное, даже сама. Я уже год не ела такие чипсы, вообще чипсы. Поэтому я тоже с удовольствием попробую на вкус. И вкус бальзамического уксуса и соли. Если вы уже пробовали, девочки, мальчики, обязательно напишите мне в комментариях, как вам эти чипсы. 100 грамм. Вот, на 4 человека мы попробуем. Больше я не приобретала. Следующие покупки у меня будут по 27 рублей. Приобрела вот такое вот печенье, колечки в сахаре, 250 грамм. Вот такие вот печенья покупаем впервые. Сегодня я с ночной смены, поэтому приобрела. Пока буду чуть-чуть посплю, дети встанут, попьют сами чай. И следующее тоже 27 рублей. Многие хвалят, зефир мы любим. Здесь 6 штук. Зефир со вкусом ванили. 150 грамм, очень мягенькие такие. Вот, годен 90 суток написано. И 1.06 получается еще 2 месяца есть. Еще 2 месяца есть срок годности. В общем, попробуем. Зефир мы тоже очень любим. И по необходимости, конечно же, губки для мытья посуды 25 рублей. И самые последние мои любимые жевательные резинки. Это Mentos. Мне очень нравится вот этот вот аромат, вкус тутти-фрутти. И приобрела я нежную мяту. Такую вот зелененькую я еще не пробовала. Без сахара написано. Очень вкусненькие. 18 рублей, на 10 рублей дешевле, чем у нас в магазинах. Вот такие были покупки. Сейчас мы вам покажем сарафан в примерке. Всем спасибо. Покупки были небольшие, но, конечно же, в будущем обязательно будет фикс прайс. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Всем до новых встреч и всем пока-пока.
Пока-пока. Всем привет. Да, еще раз всем привет. Примерка сарафана. Давайте посмотрим. Мы пока завязали, вот сзади видно, как я завязала. Показать вам, что действительно, вот, Алия, покажи. Лямки, они очень длинные. Вот, надо будет их зашить. Покружись. Длина. Вот вам 42-46 размер. У моей дочери рост 138, 139, наверное, даже может уже, да? Вот, ей 9 лет. Вот такой вот сарафан. Дома носить, жару. Да. Самый раз. Все, развернись, покажи. Вот длина. Все. Всем спасибо и всем пока-пока.